2023 год – это год мой юбилейный. Мне 12 июля этого года исполняется ровно 100 лет. На фронте в боевых действиях участвовал и командовал и минометным взводом, и минометной ротой. Так что все это дело, сравниваю эти два года с двумя детскими годами, это несравненные. Полтора года я был обыкновенным рядовым солдатом, ну а потом уже научили стрелять из минометов. Я стал уже минометчиком. Получил звание младшего лейтенанта и стал командиром взвода. Минометные войска были организованы в основном в 1942 году. Минометные войска, они несколько отличаются от артиллерийских соединений и тому подобное. Когда мы освободили Ленинград от блокады, то наш второй Прибалтийский фронт и третий в то же время мы начали освобождать Эстонию, Латвию, Литву. Так что с боями, с крупными потерями и эти республики, бывшие наши советские, мы освободили их. Война для меня, в частности, в составе второго Прибалтийского фронта, которым командовал маршал Говоров, мы закончили, так сказать, недалеко от Кенигсберга. Мне пришлось участвовать в восстановлении этих городов, за восстановление Ташкента с розами. Был награжден за активное участие. У меня медаль за отвагу. Ну а потом ордена и медали пошли за восстановление нашей разгромленной Родины после победы. Это вот для меня очень важная медаль за трудовую доблесть. Наша задача заключается в том, чтобы мирной жизнью сопровождал наш народ. Наш народ достоин большой, мирной, счастливой жизни. В конце концов, мы можем сказать, что в этом плане идет наша Родина хорошей, верной дорогой. То мы, когда желаем, не только боролся за свое здоровье, больших успехов в борьбе за здоровье – это тоже победа. И чтобы на каждом пути у нас сопровождал бы успех и победы всякие.